Привет, малыши! Ммм, это мороженое такое аппетитное! Ой-ой, малышка Кэти, выглядишь неважно! Может быть, ты съела слишком много мороженого, и у тебя разболелся живот? Ты хочешь попробовать полечить малышку Кэри в больнице? Хорошая идея. Поехали. А как вы собираетесь пройти в больницу без твоей мамы, Эмбер? Ах, вы спрячетесь! Малышам сюда нельзя без взрослых, поэтому вам нужно вести себя очень тихо. Берегитесь! Это было опасно. Поехали отсюда. Что же мы можем предложить малышке Кэри, чтобы ее животик перестал болеть? О, крекеры. Хорошая мысль. Поешь немного, малышка Кэри. Это должно помочь. Минеральная вода – отличное средство от несварения, малыш Чарли. Очень умно. Попробуй сделать пару глотков. Ну что, как ты теперь себя чувствуешь, малышка Кэри? Чуточку получше. Ты прав, лекарства могли бы помочь. Но лекарства могут дать только взрослые, потому что это может быть опасно. О, здравствуй, Эмбер. Как ты думаешь, сможешь помочь малышке Кэри? Она съела слишком много мороженого, и теперь у нее несварение. Да, теперь ты понимаешь, почему малыши прятались. Все-таки хорошо, когда взрослые помогают в таких случаях. Малышка Кэри, давай же, тебе нужно выпить таблетки. Я знаю, никто не любит пить лекарства, но они тебе помогут, обещаю. Вот так. Малышка Эмбер говорит, что все послушные пациенты получают леденец. Ах, да, я забыл, что у тебя болит живот. Тогда лучше спрятать его и съесть попозже. Нет, нет, малыш Чарли, леденцы только для пациентов. Ты ведь не болен? Привет опять, малыши. Ну что, как твой животик, малышка Кэри? Все отлично? Как здорово! Хорошо, что твои друзья о тебе позаботились. До свидания, малыши. До скорой встречи, друзья. Увидимся. Привет, малыши. Прыгаете на скакалке? Чья очередь? Малышам это? А где он? Вот он. Идем играть. Что случилось? Тебе скучно играть со скакалкой? Ну, почему бы нам не сыграть во что-нибудь еще? Есть идеи, ребята? Mm-hmm.
Бетти, что ты придумала? Вы хотите сыграть в жмурки? Хорошо. Что нам нужно? Повязка на глаза. Но где мы ее возьмем? Вы думаете, у Эмбер найдется лишнее? Пойдемте быстрее, ведь скоро нужно идти в школу. Здравствуй, Эмбер. Малышам нужна твоя помощь. Они хотят поиграть в салочки. У тебя есть лишняя повязка на глаза? Вот она! Спасибо, Эмбер! Скоро увидимся! Мама! Сюда. Нет, не так. Да, теперь правильно. Хорошо, малыши, давайте играть. Вот она. Ты можешь ее найти? Рядом. А как насчет малыша Бена? О, привет, Фрэнк! Фрэнк всех зовет в школу. Поехали, малыш Бен. Остановись, Мэтт! О, нет! Ну, малыш Мэтт, сегодня ты проиграл. Но тебе повезет в следующий раз. А сейчас пора ехать в школу. До новых встреч, друзья! Доброе утро, малыши! Скучаете? Почему бы вам не поиграть на горке, к примеру? Вы уже во все поиграли, и вам хочется чего-то нового? Там Игорь. Что он делает с этим песком? Малыши, Игорь высыпает песок, чтобы у вас был собственный настоящий пляж прямо рядом с детской площадкой. Берите грабли и разравнивайте песок, друзья. Смотрите, сколько всего привез Игорь! Спасибо, Игорь! До встречи!
ты делаешь с этим мячом, Мэтт? Ты хочешь поиграть в пляжный волейбол? Здорово! Тот, кто пропустит мяч, выбывает из игры, так? Так как вас четверо, вы можете разделиться на две команды по двое. Прекрасно! Подавай, малыш Мэтт! Ах, как жаль, малыш Мэтт! Тебе придется выйти из игры. О, теперь твоя очередь покинуть игру, малыш Фрэнк. Теперь в игре остались малышка Лили и малыш Бен. Отличный удар! О, почти получилось! Ты победила, малышка Лили! И теперь твоя очередь выбирать, во что играть дальше. Ну что ж, пора немного позагорать. Прекрасная мысль. Сначала вам нужно взять полотенце. А еще пляжные зонтики, потому что сегодня очень жарко. И, конечно, вам не помешают прохладительные напитки. Приятно ощущать песочек на своих колесах. Правда, малышка Лили? Становится очень жарко, ребята. У вас есть пляж, но совсем нет воды. Как жаль. Мама! О чем ты думаешь, малыш Фрэнк? О, карапи, лапати. Здорово! Можно побегать через струю воды. Чудесный замок из песка, малыш Бен. Ты устал от такого веселого дня на пляже? Отдохни немного. Что вы задумали, ребята? Вы решили закопать малыша Бена в песок, пока он спит? Ах, вы проказники! Хорошо, что ты проснулся, малыш Бен. Тебя почти превратили в песочного человека. А вот и Игорь. Он приехал забрать ваш кусочек пляжа обратно, друзья. Давайте сложим полотенце и зонтики. Какой же это был замечательный день на пляже, Игорь. Спасибо тебе, что так удивил ребят. До свидания, друзья. До новых встреч. Привет, малыши. Здравствуй, Том. Эти картины очень красивые. Вы повесите их в классе? Оу! Вам нужно нарисовать своих любимых супергероев и потом повесить картины у себя дома? Как мило! О, нет! Рядом с детской площадкой случилась авария. Том, тебе нужно поехать и помочь.
Малыши, вы сможете сами закончить картины. Том скоро вернется. Это хорошо. И не займет много времени. Но постарайтесь не шалить, ладно? Малыш Фрэнк, ты закончил рисовать? Ага. Ну, что теперь будешь делать? Ты прав, малыш Фрэнк. Эти стены и правда очень скучные. Так ты что, хочешь разрисовать эти стены? Может, не стоит, малыш Фрэнк? Отличная идея, малыш Мэтт. Давайте подождем, пока не вернется Том. Ах, ты хочешь сделать сюрприз для Тома? Надеюсь, никто не пострадает. Вы все вместе хотите нарисовать картину на стене специально для Тома. Привет, Том. Все под контролем? Отлично. Поехали обратно к малышам. А вот и Том. Малыш Том хочет тебе кое-что показать. Том спрашивает, чья была идея разрисовать стену. Малыши! Том говорит, что на зданиях нельзя рисовать. Малыш Мэтт, спроси у своего папы. Том говорит, что теперь придется смывать этот рисунок. Малыш Том говорит, что ты просил нарисовать своего любимого супергероя, и поэтому они нарисовали тебя. Ах, как это мило, малыш Том. Том говорит, что картину можно оставить. Но помните, перед тем, как рисовать на здании, нужно всегда спрашивать разрешение у хозяина. Хорошо? Отлично. Кажется, теперь все в порядке. Давайте играть, малыши. Что ж, думаю, ты не можешь наказывать ребят за то, что они считают тебя своим супергероем. Верно, Том? До свидания, друзья. До новых встреч. Не торопись, малышка Пикл, притормози! Куда ты так спешишь? Ты опаздываешь на танцевальную битву? Против кого? Против малыша Фрэнсиса? Можно мне тоже поехать и посмотреть? Ooh.
ты? А вот и она. Малыш Фрэнсис, ты готов к соревнованию? Да? А что в коробке, малыш Том? Танцевальные костюмы? Как здорово! Давайте сделаем это! Задай-ка ритм, малыш Том! Превосходно, малышка Пикл! Какую же оценку поставит судья? Семь из десяти? Потрясающе! Твоя очередь, малыш Фрэнсис! Вот это да! И какая же оценка у Фрэнсиса? 8! Невероятно! Это еще лучше, чем у малышки Пикл! Тебе нужно поскорее придумать что-нибудь еще. Готово? Ого! Невероятно! Это было просто супер! Это десятка. Похоже, ты победила, малышка Пикл. Что такое, малыш Фрэнсис? Ты думаешь, что малышка Пикл жульничала? Что ж, почему бы тебе не позвать малыша Гектора, чтобы он и тебе помог сделать трюк? Получится еще лучше. Еще одна десятка. Невероятно, ребята. Давайте проведем еще один раунд и выясним, кто же победитель. Эмбер говорит, что время танцев закончилось и пора в школу. Ты разрешишь им еще немного потанцевать? Эмбер разрешила, но только если вы будете танцевать вместе.
Превосходно! Включаем музыку! Какой сегодня был замечательный день! До новых встреч, друзья!